Здравствуйте, меня зовут Иван. Я партнер Международного автоклуба. В октябре 2015 года открылся его филиал в городе Челябинск. И поэтому сейчас я активно занимаюсь продвижением самой идеи развития автоклуба. Постараюсь вкратце познакомить вас с этим направлением и рассказать о том, как стать партнером автоклуба. Трудно представить себе наш мир без автомобиля. Свой автомобиль – это личное пространство плюс свобода передвижения. Для многих из нас день проходит в активной работе, поэтому, возвращаясь домой, никому не хочется пылиться в душной маршрутке или переполненном автобусе. Другое дело – кресло своего любимого автомобиля. Но ведь автомобиль, как и человек, требует себе внимания, ухода, а иногда и ремонта. И те, у кого есть транспорт, знают, как порой не просто найти автосервис с качественным обслуживанием. Так вот, автоклуб – это не коммерческая организация, это большая корпорация, которая создала ресурс, где встречаются потребители и поставщики товаров и услуг. Потребители – это члены автоклуба, получающие льготы и скидки на покупку и обслуживание автомобиля. Поставщики – это магазины автозапчастей, автосервисы по ремонту и обслуживанию автомобилей, юридические и страховые компании, дисконты, туристические компании, автосалоны, автошколы и многое другое. Согласитесь, ведь разумная экономия сохраняет личный бюджет, перенаправляя деньги на другие ценности. На сегодня время и новые технологии – это наиболее востребованные ресурсы. И то, и другое лежит в основе миссии корпорации – повышение благосостояния ее участников за счет сокращения расходов на потребление и увеличения доходов за счет идеи партнерства с поставщиками товаров и услуг. Корпорация – позиционирует себя на рынке как организация, в которой все делается легко и быстро. Меня же привлекла перспектива не только экономии, но и заработка. Приняв при регистрации партнерское соглашение, вы получаете возможность изменить свой привычный образ жизни и иметь достойный доход. Партнерами автоклуба могут стать те, кто ищет возможность создания своего дела, но не знает, как начать и в какой сфере. Кто приехал из другого города и не может устроиться на работу, кто попал под сокращение, и его профессиональные навыки остались невостребованы. Кто закончил вуз и не может найти работу, кто нуждается в деньгах, но не знает, где и как их можно заработать, кто имеет автомобиль, и ему нравится идея экономить на его эксплуатации, у кого невысокая зарплата и хотели бы иметь дополнительный доход. Партнерская программа позволяет получать доход от пользования скидками участниками вашей сети. Это естественное потребление. Сюда входит ремонт автомобиля, обслуживание, заправка топливом и так далее. И доход от количества участников вашей сети, то есть от регистрации. Компании предусматривается вознаграждение до 95% от поступивших членских взносов. Оплачивает усилия по развитию продвижения идеи автоклуба. Сумма вознаграждения составляет от 10 тысяч до 2,5 миллионов рублей, в зависимости от той программы, которую вы выбираете сами. Есть также VIP-программа, где человек инвестирует крупную сумму денег. Да, это дорого и не для всех, но, во-первых, ваш доход увеличивается в разы, а во-вторых, вы получаете больше возможностей, таких как покупка в лизинг авто и покупка недвижимости со значительными скидками. Кроме всего, автоклуб – это еще и объединение по интересам и новые полезные связи. А связи, как известно, в нашем мире решают все. Итак, давайте подведем итог. Что же такое Международный автоклуб? Это некоммерческая организация, построенная на членстве, где каждый может пользоваться определенными привилегиями и предлагать услуги, востребованные на авторынке, обладающим большой емкостью. Рынок автоуслуг постоянно развивается. И в борьбе за потребителя поставщики готовы предоставить скидки и программы лояльности корпоративным клиентам, то есть нам. Что предлагает компания? Скидки на приобретение и обслуживание автомобилей от официальных дилеров. Покупку автозапчастей и расходных материалов на проверенном ресурсе со скидкой. Консультации юристов, дисконтные карты, скидочные купоны, бонусы, партнерскую программу автоклуба. Что лично вам даст сотрудничество с компанией? Экономию семейного бюджета, удобство, дополнительный доход, бизнес, возможность изменить свою жизнь, перспективы развития, профессиональный рост
новые связи и знакомства. Если вас заинтересовала эта информация, если вы умеете считать свое время и устали тратить его без толку на устаревшие малоэффективные заработки, если вы хотите использовать новейшие достижения компьютерных технологий, чтобы добиться успеха, если вы, как и я, ставите перед собой высокие цели и хотите зарабатывать большие деньги, тогда приглашаю вас в наш автоклуб. Узнайте больше о возможностях международного автоклуба, отправив заявку на этом сайте. Я свяжусь с вами в течение дня и отвечу на все ваши вопросы. Приглашаю вас в наш автоклуб. И добро пожаловать!